Урку курума это бы улахан баской браганик. И ты браганик, омрретлере, хюрбелях, а тут так делларга. А нызка, кем мы, и ты браганик, и ты улахан баской браганик, а омрре халпт. Урут, тетенгитта, улогота, бедем баран, каннабари, кыс, эдер кыс, ярехух, барачетлере. Чугасты, стойбища, чугасты, и оно бы барам-бараннер, ханачетлеры биргюны, карарылар, кайда кыгый, улехит, болтақты, онтан, тәдәте аргу канғы итачеты, олыттан, Хабилюрду, хабилябетту, так иларду, батту, гинни, джахтар гинарду, гиматту. Ол, ола, хабилятагана, ангас хассердатн, барачетлера бейлерин, джейлергар, калямбаран, джега калямбаран, сваткордана четлера, хорум джутки, ол хорум джутки, болохтагата, самый уважаемый капсетилях у вас такие и ты премьера гендер стоимища ларгар он то калем баран капсетилер хачага болар курум тох бередлер кызихин канны калымы бередлер тох үлютін бередлер иди кыз кыз лактарына кыз дәдәте хаглаха болланына мене тохта дебе колрачу, он то не рахует бейтін дугу багарарын таңарар. Кас табаны берекке, кас кырсаны бұлту. Онуға болачы, қарчы дәңгі керечі дүнне. Отын күрім кәмін хағыластанан бараннар. Кыз барар, маңнай кыз стойбишадар оңыралылар итінді барадын. Үш күн өйме қоналылар. Улахан басқойын күнің күнілдері де хайраф қанцы болыр кеннерге. Иті бір айникке. Онтын бұл, иті үш күн ағам баран, баралылар ол жетігер. Ол кетер баран-бараннар кыз үстер аз әргейер иті дейініп. Онтан бейтін тымтықтағы барыр. Бейтін тымтығынан әрі обатықтағы иті ашағы. Иті кей. Онтан бір жылы иті кыз туғыда ғымаққа мән әрі көрі, қайдақ туғы ғынынларын көрір. Онтан оғыр әтір әті өгіне. Болар полноправный хозяйканнан агыллар. Онны уже көлдерір бейтін үлехетін, тігейхетін, ұғын. Анығызғы жылларға итибары да хүппіте қалым әрі қалбыт. Қалым қалбыт, аңар кейгелер бередлер табаннан, күрсаннан. Онтан бұл үз жылы итеме қалбыт, үз жылы кәлбәттер, қантан бар бұл түрттерден асоба жақтаттар. Әркейлер бұл жылдар бұл, онын оманына. Атақ итере қалып бұл. Үстесін қайраны оңыралылар, үнкөгеме, тұр оралылар, кеме, қарие, и үнкөлілілер. Благословляют своих новобрачных. Это? Вон эти посох замужней женщины, какие-то посох нори ембарды. Посох нори в основном тут тратили дяхтаттер и передавали, естественно, из поколения в поколение. Вот он его берячетлера. Он тут бы учахтандакна. Көмәлер. Тоқтан оғырылдар әуде? Ол бұл болатшы мағынан. Мағынан оғырылдар. Кеме бұл қанеца, бүтігі
кем тимир болар бол. Тимир. Тимир я антон ойгулак болатив. Көтөр. Көтөрдер де болар. Крючок кордук. Потому что эти норинды бо еще урхади оңостундакка эти кемдерин ровдугаларын көтөгөрүлөр. Итинен көтөгөрүлөр и прицепляют за петельки. Аны эми тими нури ден ата хүппүт. В основном аны тыгал жатчы кийлер мен атаняктактыр. А эти нури бо таняк это бо. И еще приспособление для нюков дети. Аны же хүппүт кеме урхадин оңорон бүппүттер бийгидеги. В основном аны жылдар палаткалар современного типа. Каркас палатки делают и покрывают то же самое нюками, родугой, выстриженными. И, естественно, покрывают брезентом. Брезентом. Вон эти богиня не ядчи, Дембарди. Не ядчи. Женская тоже богиня. Она ол таңараны ими умны бұттар бейеттері. Тоқта... После 30-х годов, после 40-х, в основном, когда советская власть начала цивилизацию, оседлую жизнь наших предков, чтобы они не ездили, не кочевали, они все утратили вот 30-е годы. Сейчас свадебный обряд тартан тух калбыты. Свадебный обряд тартан иди калы. Онтан бо ити үз жылы тәнне бәкке, ити жақтарға. Невеста три года не должна возвращаться своим близким. Ну, в основном, мало кто соблюдает эти правила. Әнне қалбытты оқты, әнне күскені. Приданная невеста. Приданная қалбы күскені. Қалы. Вот благопожелание алгыс осталось, да? Алгыс осталось, но в основном алгыс оңырылдар кыржагас кийлер. Кыржагас эре кийлер. Атырылдар айлен кыржагас кийлер оңырдоктору нере болар бы. Атыр кийлер надо бы. Антон Беляхтехи, он сговор. Сговор. Ага, со стороны жениха. Осталось, да? Беляхтехи. Это подарки. Ага. Тоже есть. До замужества. До замужества. Ага. И раньше было же две свадьбы, как написал у Попова Андрея Алексеевича, Александровича, то есть. Две свадьбы, потому что первая свадьба, это когда сговорились они, отдали Колым, и свадьба покушали, поели, попили и разъехались. Это родственники со стороны жениха и со стороны невесты. А вторая свадьба, это уже когда созревают, уже совершеннолетними становятся. Дети ихние, это 2-3 года проходят, и они начинают, естественно, настоящую свадьбу играть. Раньше даже за столом не должны были сидеть этот, невеста с женихом, потому что это сговор. Родственников был. Они же друг друга не знали, поэтому... А сейчас, в современное время, естественно, садятся и за стол с ними вместе. А из приданного, ну, сейчас, что осталось? Что дарят друг другу? Колым? Приданное дарят оленей. У кого есть олени, естественно, тундровики, дарят оленей. И, естественно, пушнину. Пушнину зверей, которые писали, лисицы, росомахи. Вот. А одежда невесты жениха? А одежда невесты, естественно, белая была в старину. А сейчас такого нет. Ну, естественно, белая одевает, потому что это и русские, и все, мне кажется, на свадьбе должны быть белым. А такого украшения, таких этих уже нет ни у кого практически. А сейчас вообще в Красноярском крае... Вы сами как думаете, сейчас обрядность, свадебная обрядность на каком уровне сейчас вообще стоит этот вопрос в Красноярском крае и вообще у Долган? Изучено или нет вообще? Ну, в наше время, естественно, современные это и не очень-то интересуются, чем, что раньше было. Это мы, фольклористы, которые...
работая в культуре, должны знать. Mm-hmm. Поэтому мы и читаем исследовательские работы, mm-hmm. поэтому знаем хоть что-то. Mm-hmm. А так, естественно, надо возрождать все это. Mm-hmm. А молодежь сейчас, современная молодежь, откуда узнает про свои обряды? Про свои обряды, mm-hmm. естественно, у дедушек своих, у бабушек спрашивают. Или кто-то расскажет, например, mm-hmm. мы выезжая по поселкам, показываем, mm-hmm. рассказываем обряды, например. Mm-hmm. Они от этого и от культурных концертов, которые именно mm-hmm. обрядовые. Mm-hmm. Знают. А свадебные песни есть, наверное, да? Свадебные песни в основном у нас исполняет Уксусников Константин Николаевич, который до сих пор, ему 80 с лишним лет, и он видел все это, слышал все это в давние времена, поэтому он знает об этом. А так молодежь не знает. А там... вот методисты культуры по свадебным обрядам брошюры, книги нет. Брошюр, книг таких нету. Нет. Именно вообще. Именно по обрядам. И в школах не ведется культура. Культура так как. Хорошо. И это анабарские долганы и красноярские долганы. У них тоже одинаковая свадебная обрядность, да? Или как? Различия есть? Нет, мне кажется, есть все равно различия. Потому что они в основном живут и вместе с другими народностями. А у нас в Красноярске, в Таймыре, особенно в Хатском районе, именно в основном долгана. И там 2-3 семьи только нганасанина. А вот на Таймыре в Дудинке, где уже там 5 этносов, это долгане, энцы, эвенки, нганасане и долгане. Поэтому они... как бы между собой разговаривают тоже на русском языке, но стараются свою культуру сохранить. Особенно вот в 2000-х годах уже все началось, это идентичность у каждого народа. Как бы хочется оставить и свой язык, и свою культуру. И вот это анабарские невест много, да? Анабарских невест у нас все наоборот. Мало. Mm-hmm. Это хатынских невест с Сындаска, с поселка, с Попегая. Много их в Анабаре. А к нам едут все, наоборот, женихи. Женихи, да. Тогда традиции все равно соблюдают. Да, традиции-то одинаковые, в принципе. Поэтому они соблюдаются. А при свадьбе благословение огню обязательно или нет? У долганов. Да, обязательно. Это кормление огня. Мы в основном жиром кормим же огонь. А алгыс как говорят, например? Знаете, как говорят алгыс? Не, в данный момент, раньше как-то они говорили, да. А сейчас они говорят, о, это не олар минеттере, олар бур. Учвы кергеннах волохтарын, делерат толару астах, бултах. Оголоро эмиетенге алрухтар. Качен алгылдар. Таким образом, пути сохранения, развития свадебной обрядности, как видите? Кумары тут заели. У тебя последний вопрос. Кумары едем было бы. Ой. Аня, тихо. Пути, естественно, чтобы развить и популяризировать, и развивать нашу культуру свадебную, надо со школьной скамьи изучать культуру народов, именно проживающих в Таймырском муниципальном районе, например. Это 5 этносов, которые я называла уже. И тогда только дети будут осознавать себя именно этим этносом. Потому что они именно долгане или нганасаны, или ненцы. Хотя у ненцев, мне кажется, у них больше осталось прошлого. Больше они сохранили, потому что они и ведут кочевой образ жизни. И у них даже они не перешли, как наши балки, там палатки, у них постоянно чум. И зимой, и летом. И 5000-е стада оленей у них.